Всех приветствую себя на канале. Сегодня у нас тестовый обзор вот таких вот обновленных хайлетсов АК-6 от фирмы Workout Shop. Не переключайся, друг, досмотри этот ролик до конца. Ну а мы начинаем. Deep down, I know my desires. Everybody thinks that I'm just a liar. They don't know what I got inside ya. I'm the one to fight fire with fire. I'm the type who never lets me get tired. Mess with me and they never will find ya. Yeah, people tell me I won't get it. They don't know me cause I'm cold winning. Always in the ninth, I close innings. Always in my mind, don't know quitting. I'ma be the one that blows up in it. You gonna be the one. Друзья, ну из чего бы я хотел бы начать свой обзор? Это с высоты данных колецов. Посмотрите, какие они высокие. Это лучшее, что есть сейчас на рынке. Высота данных колецов составляет 90 сантиметров. Если убрать вот эту перекладину, соответственно, вот вы здесь вот откручиваете, то хайлетсы опускаются до 70 сантиметров. Хотел бы отметить покрытие данных хайлетсов. Здесь у нас порошковая краска темно-серебристого цвета. И если вы будете выполнять свои упражнения на максимум, то поверьте, ваши руки не соскользнут, и вы останетесь довольны своей тренировкой. На этих хайлетсах идет труба 42 мм, она такая же, как на уличных воркаут-площадках Kangaroo Pro. И перекладина вот эта вот идет 32 мм толщиной. Еще один момент, который хотел бы отметить на данных хайлетсах, это компактность. Вот так вот мы их соединяем и переносим с помещения в помещение. Если вы спортивный блогер и хотите разнообразить свои видеоролики, и у вас есть личный автотранспорт, также можете их загрузить в багажник, либо на заднее сиденье и снимать ролики вот с такими крутыми хайлетсами. Ну и еще один плюс в том, что они очень легенькие, очень легкие. Ну что, друзья, мы познакомились с данными хайлетсами, я вам немного рассказал про них. А теперь я вам покажу ряд упражнений на этих хайлетсах, которые мы будем выполнять, ну и, соответственно, узнаем их максимальную нагрузку. Начнем мы первое упражнение — отжимание на брусьях собственным весом и с дополнительным. Еще раз повторюсь, друзья, на данных хайлетсах труба 42 мм. Она идентична воркаут уличным площадкам Kangaroo Pro. Выполняем отжимание на брусьях. Первый вариант. Сгибаем ноги в коленях и отводим их назад. И выполняем отжимание. Второй вариант. Скрещиваем ноги. И третий вариант. Подгибаем ноги спереди как можно выше. Отжимание на брусьях с дополнительным отягощением. Показываю варианты. Первый вариант. Груз спереди. Ноги сгибаете, также отводите назад. Выполняете отжимание. Второй вариант. Груз сзади. Также ножки приподнимаете, сгибаете и выполняете отжимания. Если вы тренируетесь не многоповторку, а классический стритлифтинг, это на одно повторение с максимальным весом, то вот эта вот перекладинка вам поможет. Вешаете груз, становитесь на данную перекладинку, подготовились, убрали вес либо здесь, либо вот у вас блины между ног, пускай будут, и выполняете данное упражнение. А потом упираетесь ногами и спускаетесь аккуратно и кладете снаряд. Теперь мы разберем несколько вариантов отжиманий от низкой перекладины. Первый вариант. Второй вариант.
already know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Третий вариант. Y'all don't really know, y'all don't really know. And when I rap, yeah, man, I snap fast. Like your girl's back, hit a clap clap, break it in smack. Shotty like a quick snack, like it when I'm all up in there. I'm finna win it like I win stacks. Every single that I'm in, man, it's been... Четвертый вариант. When I spit next, these haters all get bit in the pit fast. You better get cracked, so you better move back. Y'all don't wanna play with a pro, not today. I'ma make you wish you were gone in my A. You will be my bitch, be my pawn when I play. You will be Пятый вариант. You know I'm your biz when I'm on fucking stage. You ain't never gonna get me to be tame. I go insane, you can't detain this B.O. when I came to stay. Cause girl, I came to play. На данных колецах можно выполнять различные элементы. Ну, например, передний виз. Также на них эффективно можно выполнить отжимания в верхней точке. И прокачка мышцы кора. Ну и напоследок, друзья, покажу вам еще самое крутое и эффективное упражнение для прокачки вашего трицепса. Это будут французские отжимания вот на этих паралецах. Вам всего лишь понадобится стена, чтобы можно было упереть паралецы. Резиновое покрытие, в моем случае это фитнес-коврик. Так как, чтобы не поцарапать ни ламинат, ни обои, потому что вы всем корпусом будете упираться вперед. Выводите ноги назад и выполняйте данное упражнение. Ну что, друзья, наш видеообзор подошел к концу данных хайлетсов. Я вам показал и рассказал технические характеристики, выполнил ряд упражнений. Под видео ссылочка в описании на магазин Workout Shop. Заходите, смотрите, там у них очень крутое и качественное оборудование. Ну и, конечно, заказывайте данный инвентарь. Я думаю, в домашнем арсенале лишним не будет. Вам хочу пожелать продуктивных тренировок. Главное, не травмируйтесь. Занимайтесь и тренируйтесь вместе со мной. Всех обнял. С вами был Иван Пиваев. До новых встреч и до следующего видеоролика.